Финансовые итоги года депутаты подводят вместе с общественниками. На то они и публичные слушания, уточняет глава комитета по бюджету. Наши граждане должны знать, куда направляются проплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса. Доходы 57 миллиардов рублей, расходы 57 с хвостиком. Бюджетный год закончили с минимальным размером дефицита, говорят в Счетной палате. Хочу отметить, что исполнение бюджета за прошлый год характеризуется положительным приростом как собственных доходов республиканского бюджета порядка 3 миллиардов, так и безвозмездных поступлений. То есть из федерального бюджета нам поступило дополнительные суммы. Дотации из центра растут, а вот госдолг не сильно. На сегодня он составляет почти 12 миллиардов. Не нарастить его позволила бюджетная политика прошлого года, уверяют депутаты. Более того, на обслуживании даже сэкономили порядка 400 миллионов рублей. Получили свои деньги районы. Куда тратили деньги на селе, сегодня тоже рассказали публично. Год у нас прошел успешно. То, что были планы, мы почти все выполнили. Что-то отремонтировали, что-то построили. У нас построен новый площадка спортивная в нашем парке. Получили помощь от республики и медицина, и социальная сфера. Кому-то расходы пришлось урезать. В этом году ситуация обещает быть стабильнее, считают депутаты. Ведь дополнительные преимущества Бурятии теперь полагаются как субъекту Дальневосточного федерального округа. Мария Латышева, Сергей Петров. Новости дня.